Приветствую вас, друзья мои! Вы на канале Антонина Абрамкина. И сегодня у нас обзор магазина «Светофор». Ну, начнем с того, что «Светофор» подготовил подарки новогодние деткам. Это я уже в первую очередь начинаю показывать этот обзор. 99 рублей сундучок вот такой красивый. Содержимое конфет я показывала в предыдущих видео. Здесь и коробочка сока, и очень вкусные конфеты, до единой вкусной конфеты, скажем, и всего 99,90. Здесь и царевшина, вот эти как конфеты. Ну, в общем, подарок хороший. 11 конфет вкусных, всем понравится. И коробочка сока вот деткам. И печенька вот здесь вот. 100 рублей, скажем, такой подарочек. Две мармеладки. Ну, вот здесь содержимое вот этих коробок, вот здесь вот показано. 200 рублей эти коробочки. Вот здесь килограмм. Если здесь вес 500 грамм, ну, я говорю, здесь коробочка сока яблочного вот, деткам. Ну, здесь я эти коробки не кушала, но содержимое здесь вот указано. Поэтому смотрите. Ну, вот здесь девица-царевна. Ну, вот я вижу по схожести вот содержимое с той коробочкой. Ну, в общем, подарки хорошие. Мне понравились. И вкусные, съедобные. Вот. Так, в этот ряд мы не пойдем. Кофе надо показать. Черная карта. 232 рубля. Вот такая большая баночка. Надо вот показать ее. Вот. Тоже беру. И надолго хватает. Вот. И в подарок деткам тоже взяла уже. Тоже комплектую уже подарки. И вот такие красивые коробочки, посмотрите. Кофе. Ой, это чай. Чай ассорти. 169,90. Вот и фруктовый, и смородин. В общем, смотрите, вот такой вот чай. А еще надо заметить, что вот сейчас все-таки мы все витамин хотим, да? И здесь в нашем магазине есть всегда в продаже вот курага килограмм 109,90. Так, это арахис. Арахис хрустящей корочки 48,50. Вот, сегодня надо тоже вот набор сделать кураги. Вот такой вот набор есть фруктовый с орехами и с мармеладками. Это вот он 54,50. Посмотрите, вот если даже на работу взять, на перекус. Вот такой вот наборчик. Так, яйцо в шоколаде, десерт и игрушка 64,40. Вот такой вот он. Это мальчикам. Сюрприз для принцессы. Вот такой вот. Ну и вот продолжим этот показ. Потому что меня уже спрашивали. Там не во всех светофорах есть. Изюм светлый. Вот 900 грамм. 144,90. Вот. Почти килограмм. 900 грамм. Чистый изюм. Вот. Еще надо показать орешки. Вот такой пакет. Ну, это у нас вот такой еще есть. Это соленый. Вот, в общем, ассортимент сухофруктов, скажем, вот очень большой. Урюк килограмм Таджикистан 125,90. Надежда Михайловна, я по вашей просьбе делаю этот обзор. Финики с косточкой 91,20. Это мне с Самары написали. Скажите, пожалуйста. Есть и очень ищут, видимо, в нашем магазине изобилие. Это город Димитровград, улица Куйбышева. Вот, вот такой вот изюм. Тоже 900 грамм, 197,50. Вот. Если кого интересует, пишите. Я вашей по просьбе вашей буду снимать именно тот ряд, который вас интересует. Финики сушеные 112,90. Это я вот съемку делаю для Самары, с Димитровграда, представляете? И вот посмотрите, какое изобилие здесь компонентов всяких. И яблоки сушеные. Вот здесь большой пакет. Так, тоже килограмм. Здесь есть, кстати, и абрикосы, и яблоки, и
Ну, содержимое пакета видно. И тоже, сейчас скажу, 66,50. Потом изюм черный есть, Афганистан написано, 110,90. Так, здесь кишью сушеный 276, здесь семечки. В общем, видите, у нас здесь целый стенд, скажем, и фисташки 500 грамм, 355,90. Вот они здесь. Вот это я тоже люблю, между прочим, фисташки. 355,90, 500 грамм. И грецкий орех, вот, 221,90. И, кстати, вот это изобилие у нас в городе. Вот там внизу еще изюм не показал, финики не показал. Вот смотрите, вот внизу еще. Вот этот целый ряд. И посмотрите, целый, скажем, секции именно вот того, что вас интересует. Это для города Самары я показал. По вашей просьбе. То есть у нас изобилие всего. И цены я уж вот так подальше встала, чтобы вам было видно. Так. Ну, пойдем дальше искать новинки. Все-таки у нас очень часто приходят новинки в наш магазин. Да, у нас их три магазина в городе. И постоянно приходят новинки. Ну вот я хочу обзор начинать с новинок. Развивающая игрушка 714 рублей. Вот такой вот робот. Видите, он здесь с кнопочками. Вот такой вот. Смотрите. Ну, здесь новогодние украшения. Но по новогодним украшениям я специально видео целое делала. Так что заходите в плейлисты. Но мы по ряду еще пройдемся. Вот смотрим пока игрушки, подарки новогодние. Вот. Ну, вот сейчас надо показать. АОС у нас 69,90. И сейчас я хотела пройдет. И детский вот набор для рисования с мольбертом 496,90. Кстати, есть и розовый, и синий. И для девочек, и для мальчиков. Комплектации одинаковые, но очень большая комплектация и карандашей, и фломастеров. И здесь и краски, и кисточки. В общем, целый набор для ребенка вполне. Вот я специально пришла в этот ряд, потому что был завоз. И завоз вот мужчина выбирает, вот показывает мне. Спасибо. Ага. Это вот у нас, посмотрите, а то мне одной рукой неудобно. Вот. Это для супер легкий пластилин. И набор 48 цветов, 203,90. Это вот для ребенка, у кого слабые пальчики, очень даже будет удобно. Вот так коробочка выглядит. И здесь можно лепить уже вместе с ребенком. Так, следующий у нас магнитный обучающий набор. Вот так он будет выглядеть. Значит, есть тоже планшет, на котором можно будет приклеивать, и ребенок сам будет уже играть. 198,90. Игрушки, вот вы видите, конструктор в яйце даже 89,50. Конструктор крепость 64 детали 197,90. Есть вот такой вот, так, наверное, так, разобраться не могу. Ну, тоже конструктор какой-то. Да, железная дорога здесь. В общем, игра. Игра, сейчас я прочитаю. Игровой коврик дороги для автомобилей 80×70, 249,90. Вот. Вот такой вот автомобиль. Для мальчиков игрушек много. А этот пожарная машина с водяной пушкой 368,90. Вот здесь, если вы уже задумались, что подарить ребенку на Новый год, может, он уже написал письмо Деду Морозу, осталось немного до Нового года. То есть вот здесь уже подарки выбрать и для мальчика, и для девочек полезные игрушки, и развивающие, и просто приятные игрушки для малышей. Все есть в магазине «Светофор». Еще раз говорю, это улица Куйбышева, город Димитровград. Вот в картина по номерам. Посмотрите, красивые картины. Вот такие. Вот этот красивый. Сакура и три птицы. Вот так выглядит коробочка. Это детский набор живописи по номерам для
раскрашиваний 144,50. Но очень красивые сюжеты. Сюжеты здесь разные есть. И рыбки, и лисичка, и слоник. Вот все вы это видите. И вот пазлы 500 элементов, 69,90. Посмотрите, красивый ангелочек. Сейчас ближе покажу. Кошечки. Тигр. Еще электрохимия. Это тоже вот основа химии. Ну, это тоже развивающая игрушка. Сейчас мы цену найдем, нет? Набор для проведения экспериментов, физические и природные явления, химический опыт. 148,90. Посмотрите, какие хорошие игрушки здесь появились для детей. Так, это у нас новаторы. Ой, набор полно. Это другого вида. Это вот для умников и умничек. Здесь выбор большой. И здесь конструктор еще вот вижу. 154,90. Тоже для малышей. 24 детали в сетке. Ну, это совсем для маленьких, детская игровая палатка, 314,90. Ну, и здесь еще хочу показать детская алмазная мозаика. Вот мне кто-то написал, что у них один раз всего завезли. Приезжайте в Димитровград на улице Куйбышева. Да и у нас во всех светофорах они есть. И рисунки разные, вот алмазные мозаики, вот частичной выкладкой. 129,50, вот такой вот наборчик. Ну и вот такие картины по номерам. Очень большой набор. Я вот сегодня специально делаю этот подробный набор, чтобы подробный обзор для того, чтобы вы для себя уже сделали заметки, что здесь можно сделать подарки к новогодним праздникам. Развивающиеся подарки. Видите, здесь целый ряд. Вот это вот новый завоз. И 262 рубля. Вот такие красивые. Смотрите, павлины. Ох, какой красивый рисунок. Вот. Ну и здесь и другие сюжеты есть. Здесь просто трогать не буду пока. 262 рубля. Есть эта развивающая игрушка. Я уже вначале показала. 704,90. Вот они здесь, роботы с кнопочками. Вот там вот. Так. Наверное, говорящий. Большой выбор книг для малышей и для детей, кто постарше, сами уже читает. Второй, третий класс. Вот здесь уже развивать технику чтения, скажем. Ну и с игрушками вот у нас еще здесь куклы. Пупсы 449,90, качели для малышей 315. Ну вот я сегодня сделала подробный обзор именно по игрушкам. Наверное, надо вернуться и показать для больших мальчиков. У нас здесь полочки для автомобилистов, что есть в продаже. И я сейчас вот пройдусь здесь. Вот. Начнем. Все комментировать не буду, потому что я не очень компетентна в этих в автомобильных вопросах. Поэтому просто, автомобилисты, смотрите, что имеется на полочках магазина «Светофор». И берите на заметку вот здесь. Ну, наверное, тосол 229,35 литров. Вот это, наверное, надо. Это что, то, что я понимаю, да? Это очень нужно. Набор автомобилиста, если у вас нет его в машине, 862,90. Незамерзающая жидкость 68,90. Антифриз 239. Светодиодная подсветка вот здесь вот есть такая, 131,50. И здесь у нас есть сеть фильтров. Вот видите, здесь он. Три гнезда, или как их назвать, 143,90. Вот здесь кнопочка включения-выключения. То есть вот это обязательно, очень, на мой взгляд, обязательный предмет, который должен быть. И удлинитель силовой 325,90. Вот здесь.
Вот такой вот он. 20 метров. Ого. 325,90. Вот это тоже хорошая штучка. Ну, здесь пройдемся по бытовой химии, уже мы дошли. А, ключ баллонный еще есть. 239,50. Ой, все, вот столько покупателей много сегодня. Как-то пролезть надо. Гель для душа 99,90. Вот гель для кожи и рук с антибактериальным эффектом 56,30. Пена для бритья 79. Я сегодня, а то все мимо бегу этого отдела. То, что смотрите, вот молочко для тела 111,50. Красивая баночка такая. Семьсот миллилитров, объем большой. Крем, пенка для бритья, арка 101,50. И так, вот на новые новинка — это бритвенная система и три лезвия упаковка. И ручка 288,90. Ну, тоже хороший набор. Ну и здесь одноразовые станки 43,20. 10 штук. Так, ну здесь чистящие средства смотрим. Пеленки одноразовые 299,90. 300 рублей. И размер тоже вы видите. 60/90. Здесь без комментариев, все понятно. И памперсы, и трусики детские. И для женщин. Ну и вот пробегаю, конечно, здесь есть и полотенце, и шампунь Тимоти, вижу, 65,50, влажные салфетки, салфетки бумажные, вот смотрите, сорти, гель для стирки 232 рубля, и так, Доместос 161,50, влажная туалетная бумага 36,20. И посмотрите, какие красивые салфеточки здесь. А, за новогодний стол вот украсить дополнительным декором, скажем, даже синички очень симпатичные. Ирина Михайловна, вы нам взяли? Да, это моя вот сестра. Это. Еще Деда Мороза она нам вот нашла здесь красивого. Вот. Это у меня сестра, она всегда мне помогает искать новинки. Но красивые салфетки. 50 штук упаковки. 26,80. Зато как красиво на стол поставить, да? Ага, это прям вообще зимняя сказка. У меня картина есть, мы с тобой маслом рисовали эти. Что тут выбрал еще? Соня, я хочу взять. Внучки? А, ну да, но не промыка. Мерки, мне кажется, 38 вот взяла. Ну, для нее пойдет, но... Размер 37. Ну, так а носками для нее, ты что, нормально будет? 500 рублей. Ну, а такие хорошие, мягкие, на замочке, да, посмотри, прям очень даже и аккуратненькие, да, посмотри, здесь баллон, угу, я вот, по, да, 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 и мягкие. Она мне говорит, бабуль, у меня сапожки маленькие стали, я выросла. Да, вот покажи еще, вот прям очень хорошие, аккуратные, симпатичные сапожки, это вот до морозов, вот прям сейчас, да, самый, да, самый то, и тепленький, да, мех хороший, в общем... И ты уже пряжи, как всегда, набрала, да? Вот она вязальщица хорошая, вот она набирает. Да, прям хорошо. Один клубок, это одна пара мужских носок. А вот одна пара мужских носок? Ну, а все так мы берем, когда один моток на пару носок. Ага. Хорош. Она, скажу по секрету, она моему мужу тоже связала уже. Вязальщица, спасибо тебе, дорогая. Ну, дальше продолжим наш обзор. И мы смотрим, дошли уже до твердого мыла, жидкого мыла. Здесь всего полно. Мыло черно-белое и гель для стирки, антинакипин. Вот все это есть. Комплекты, полотенца, пледы.
все. И большой выбор. Вот смотрите, она вот черный нам показала, а здесь вот есть к синей куртке, например, к сиреневой куртке, да, вот она нам только черный цвет показала, а здесь еще 4 цвета. Вот видите, здесь. Так что подобрать куртки, даже к зеленой курточке, здесь обуви много. 457,90. Ну, черные они прям так более элегантно смотрятся. Ну и дошли мы до мужских ботинок зимние, 798,90. Колготки, тельняшки, мужские брючки. Ой, вот пока весь ряд пройдешь, а хочется поподробнее показать. Но там у нас еще в посуде новинка полно. Поэтому я здесь зацикливаться не буду на сарафанах, потому что в каждом видео показываю. И обуви бабуши-дедуши, и вот утепленные комплекты, джемпер-толстовки зимние. Вот мужчина целый комплект набрал. Видите, вот я тоже своему супругу набрала, и тоже довольна. Они по качеству хорошие. Видите, вот такие нательное белье, и как термобелье даже, можно так сказать. И брючки тоже такие же. Вот. Они, видите, здесь прям термобелье, можно так сказать. Поэтому и носки хорошие, кстати, я уже в прошлом видео тоже показывала, купила, мне понравились. Носки всех размеров, 60-60. Так, и еще бегу в посуду, меня уже дамы ждут. И сейчас сапоги покажу для спецовочные, для мужчины на рыбалку и работать. И снег чистить, 457, все размеры есть. Так, и сумки, вот, сумки новинки я показываю, видите, здесь гармония и планеты изображены, это моя тема, и тема астрологии здесь, гороскоп, вот, опять их, 99, по-моему, 88,90, вот, дальше идем к посуде, а, кстати, мясо сегодня 165,90, и начнем обзор со сковородок, кастрюлей. Вот смотрите, что у нас есть в продаже. Но я сегодня не буду крутиться возле кастрюль, а покажу посуду из стекла. Вот пришли наборы, хорошие наборы, бокалы для шампанского, 235,90. Вот видите, у них здесь вот как раскрытые края, а есть другой на вид. Сейчас я вам покажу 6 штук. 235,90. Стаканы вот для сока 106,90. Вот. Так, это такие же вот, да? Это такие же, да, Ира? 235,90. Но это тоже. Вот сейчас к праздникам. И еще раз повторяю, говорю, что наступает год быка белого металлического, и в светофоре можно для сервировки стола набрать всю посуду, которая и для как бульонницы, и тарелки вот десертные, и вот такие большие тарелки, и очень большие тарелки. Вот цены, смотрите, то есть и даже кружки, все в комплекте можно набрать и украсить новогодний стол. Дальше тарелки глубокие суповые, 39,80 у нас гусь хрустальный, тоже хорошие. И набор бокал для коньяка. Кстати, в год быка нельзя готовить говядину и свинину, а нужно готовить гуси, утки. И на столе должны быть обязательно красное вино, виноградное. Вот как раз здесь бокалы для коньяка и для вина на короткой ножке. И цена всего 238,90. Ирина Михайловна, вот эту коробочку тогда проверьте, поставьте мне, пожалуйста, вашу шкатулку. Вот. Вот мне для вина, для коньяка у меня нет таких, да, нет. А то столько вина забродило виноградного. Или как его сказать, не знаю. Ну, в общем, наборы, я вот пропускаю, наборы посуды, то есть можно набрать. И форма жаропрочная вот для выпекания гуся или утки, очень хорошая. Я пользуюсь уже вот целый месяц, 259,90. Вот такой вот у нас светофор. И в продаже есть все необходимое, чтобы накрыть стол и украсить. Просто у меня уже сейчас камера выключится, она больше 30 минут у меня не снимает. И я хочу вам показать, что вот светофор нас радует новинками. И самое основное, что есть в светофоре на данный момент, я вам показала. Но
не показала мебель и новогодние игрушки не показала, но это будет в следующей серии. Так что, друзья мои, вы на канале Антонина Абрамкина. Кто не подписан, подписывайтесь. Я хожу часто. У нас 3 светофора в городе. И буду ходить в каждый магазин и снимать видео. Я вот в прошлое видео снимала холодильник. Зайдите, подробный обзор холодильника. Сегодня я туда не захожу, по времени не успеваю. Смотрите Таро прогнозы. Я для вас стараюсь, для вашего знака зодиака. Всем пока!